установлено, что злоумышленник, находясь в здании межмуниципального управления МВД, пытался передать денежные средства в сумме 85 тысяч рублей начальнику службы участковых уполномоченных за общее покровительство и уклонение от возможного привлечения к уголовной и административной ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности, осуществляемой путем оказания населению платежных услуг через электронные терминалы. От получения незаконного вознаграждения полицейский отказался и незамедлительно сообщил об инциденте в отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции. В результате подозреваемого задержали с поличным при попытке передать деньги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.